Да склад, я не знаю, склад играет вообще с какими-то читами. И вот сука, вот, блядь, Никаса, блядь, и этот Диора играет с какими-то гандонами, играет, блядь. Вот я ему ебало-то набить могу, хули, блядь. Вот при встрече. Хулиган, он мой брат. Я не отвечаю. Ему я... 5, 4, 3. За такое могу рассказать. Блять, я хуй знаю. Ну, блять, чё, нахуй так играть-то? Поиграть на нормальных, а не так, по бляски гадки. На, давай, давай, бей. Ну чё, ну чё? Не, ну правда, нет? Серьёзно? Голосование завершено. Вот ты сам как думаешь? Играть надо нормально, а не по, блядь. Я вот не знаю, я вот в стеке ВХ, блядь, давай, блядь. Да грех ты, блядь, хуй порезку, блядь. Я вот просто ебаш, сука, блядь, нормально. Блядь, он, блядь, просто приезжал, блядь, и он просто отсасывал, блядь. ГЗА, тебя плохо слышно, да. Поправь, пожалуйста, микрофон. Всё. А? Тебя, говорю, плохо слышно. Плохо слышно? Или плохо перестишь? Меня все вроде нормально слышат. А? Тебя как зовут-то хоть, брат? Меня зовут Дима, как бы Патрик ЕГБ. Окей? Я Дизнер. Был здесь. И Паша вон там, и Паша, блядь, все здесь. Блин, мне не нравится просто то, что, блин, как вы играете, просто как вы читами какими-то. Когда вот играете без читов, блядь, все вы обсасываете, и все. Почему так-то, блядь, а? Ну так. Можете объяснить мне? Хоть один человек. Или ты тип-топ, или ты, блядь, кто там ещё говорил, блядь? Клёвые такие игры. Фестиваль. Слышь, а ты не можешь объединить, все так круто игроки-то играют там, да? Подожди, я не слышу. Пожалуйста. А? Не слышу. Почему так-то, блядь? Почему они, сука, так играют, блядь? Они, блядь, без читов там, и, блядь, и хуй сосут, а почему они так играют, блядь, заебись? А? Кто они? Да кто? Да хуя кто, блядь? Вот, например, Интеркиллер, блядь, вот всё, Оксана, блядь, там, читы включают, боссы вот эти вот такие вот, блядь, Зеро, блядь, топ-топ хули, блядь, тип-топ хули, хуя, блядь, хуя лысого, блядь. Что ты взял, что они читают? Алло, пацаны, фестиваль, здорово, это Паша. Короче, не слушай его, пожалуйста, это все хуйня, он просто пьяный. На башне еще один. Ой, блядь. О, нихуя. Привет. Интернакил, здорово. Нормально, сам как? Как сам? Да тоже неплохо. То же самое, на работу надо. Один на башне был. Слева. Давайте. Да дай мне заступить с ними, а? Ну отойди, блин! Пацаны, я с вами на связи, выпросил компьютер, блядь, чтоб с вами пошпилить. Win.
Пацаны все полетели. Фестиваль, как дела-то ходят у тебя? Да ничего, потихонечку. Сам как. Это заебись. У нас тут КЗА, я тебе говорю, дебил, блядь, напился нахуй. Пиздец, да стыдно за него, блядь. Это постоянно нахуй такая хуйня. Вы отмечаете что-то? Или так, без повода? Андрюша молодец, пойдет. Красавчик. Андрюша, молодец. Ой-ой-ой, Андрюша. Да всех тогда ебаш, обходи. Обходи. Ой, блядь! Тащи верончик! Уходи нахуй отсюда! Уходи, уходи, залазь, залазь, залазь по-любому. Блять, тебе говорят, залазь. Красавчик, красавчик. Смотри с той стороны своей, Андрей. Тут бегаем по бомбу пошел. Он под тобой бегает. Сильно в банк. Туда пошел.
там интерактив. Еще там. Кстати, ребят, я это все записал. Если кому что не верится, могу выложить все ВКонтакте, в группу. Оксана! Оксаночка! Я хочу тебе сделать лайк. Давайте это губы твои оближу. Пацану губы оближешь. Ну пожалуйста, вот этот твой трехлитровый этот лобочек. Ну вот эту третью кнопку, которую вы нажимаете при сексе. Я готов. Ребят, через минут 20 будет все готово. Сейчас все выложу. Ну, вот червячка вы трогаете при сексе, когда вы кончаете. Давайте его и облежу тебе, Оксаночка. Вот это да. Да блять, ну пиздец. Где Оксаночка моя? Я готов пищу полезать. Оксана, я тебе сделаю трехэтажный домик. У тебя будет инферно полное. Хочешь, я тебе сделаю Dust 2. Оксана, я нежно спускаюсь к твоему лобку, облизываю все твои пряности, обсасываю все губы,
Ну, куда ты кинул? Все готово.